Соблюдение прав и свобод заключенных, состояние их здоровья, рассмотрение жалоб и предложений. Об этом говорили на заседании Общественной палаты Республики. В составе комиссии сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства внутренних дел, прокуратуры, органы власти и институты гражданского общества. Речь шла о дальнейшем трудоустройстве и реабилитации людей, отбывших наказание, а также о том, как уберечь молодое поколение от возможных ошибок. За круглым столом обсудили и другие важные вопросы. Благодарны, что один из очень важных вопросов, а именно перенос здания СИЗО, которое располагается в самом центре Владикавказа, на проспекте Коста, и уже устарел, ну просто очень сильно устарел, это еще там 19 век, о том, чтобы была возможность перенести его за пределы города. Мы благодарны главе республики за то, что эту тему он обсуждал уже с министром юстиции Чуйченко, и намечены конкретные подвижки в этом очень важном вопросе. И общественная поддержка подобного рода ключевых вопросов, она, конечно, необходима.